Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1458. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 10 декабря 2019 года. И наше обращение здесь есть. Вот прочитайте его. Очень нуждается человек в этом. Может, кто-то поможет. Это кормилец. Вот о нем ролики. Затормозите, прочитайте. Придерживайте курсором, и дальше можно будет вам читать. Что за это время у нас тут знакомое? Сбрасывали материалы, мы их ставим сюда.
Так, что прошлый день было? Володя тут в погребе возится. Тут Анфиса была. Виделись целый день. Вот сижу здесь, как всегда, никуда не ходил. Занимаюсь птицами, животными. День прекрасно проходит, благодарение Богу. Да еще надо 7 раз на молитве побыть, по 100 поклонов. Вот так и идет время у пенсионера. В радости. Звонки идут. Богу слава.